Погода в Десногорске продолжает преподносить сюрпризы. Недавний снегопад сменился резким потеплением с таянием накопившихся сугробов. В таких специфичных условиях прошли соревнования СС по лыжным гонкам. Мероприятие состоялось традиционно на трассе в Генина 27 февраля. Погода нас то завалит, то растает, никак мы не попадем в хороший, но надеюсь, вы все равно получите массу положительных эмоций. Тем не менее, условия для гонки оказались приемлемые. Трасса была предварительно подготовлена, как и место для отдыха спортсменов. Впереди у них было немалое расстояние – 15 километров у женщин, 20 у ветеранов и самое большое расстояние в 30 километров у мужчин. Одним из первых эту дистанцию преодолел Виталий Федоров. Он замкнул тройку лидеров. Позади тяжелейшая гонка на 30 километров. Не всем повезло так, как мне, и впереди идущим. Некоторые еще пыхтят на трассе, терпят. Я им не завидую. Всего же в соревнованиях приняли участие 17 человек. Самой многочисленной группой оказались мужчины. Хотя участников должно было быть и больше. Не все спортсмены вышли на старт из-за спорных погодных условий. Все понравилось, все отлично. Погода немножко тяжеловата. Вот, но в целом все были в разных условиях. Организаторам хочу сказать большое спасибо. Они сделали все максимально возможное и трассу подготовили на сегодняшний день на 5. Следующее спортивное мероприятие состоится уже скоро. 13 марта здесь же в Генина пройдут соревнования под названием «Часовой бег».